Всем добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию 50 копеек 1924 года ПЛ Петр Латышев. Состояние АУНС по системе Шелдона АУ-55. Оценка состояния монеты – мое личное мнение, а вы смотрите на фото и видео. Размер и вес монеты полностью соответствуют 50 копейкам времен Николая II. Описание монеты. Изготовлено из серебра. Лицевая и оборотная стороны монеты по окружности имеют выступающий кант. Параметры монеты. Диаметр 26-67 мм. Масса 10 грамм. Масса чистого металла 9 грамм. Толщина 2 мм. Сплав серебро 900-й пробы. Гурт. Надпись на гурте содержит сведения о содержании чистого серебра и клеймо изготовителя. Монетный двор Петроградский и Бирмингемский, Великобритания. Тираж монеты 40 миллионов серии ПЛ и 26 559 тысяч серии ТР. Немного истории. Сейчас покажу медаль, которая послужила прототипом этой монеты. Кузнец, замахнувшийся молотом, позаимствован с медали Геркулеса, убивающий трехглавую гидру. Удостоенная в 1888 году, значимая для любого медальера той поры золотой медали. Один достоинство. Да, Геракл держит дубину немножко по-другому. Но сходство композиции обеих работ несомненно. До 1934 года включительно монеты советского государства несли в себе еще агитационную роль, выступая в форме мини-плакатов. Сейчас поговорим о ценах на эти монеты по разновидностям. Цены по каталогу Максима Загреба. Маленькая голова, 1924 год, ТР, Verify 300, X5 450 гривен. 1924 год, PL, Verify 26 750 тысяч гривен, X5 45 тысяч гривен. Гурт гладкий, редкость, это уже аукцион, как набьют цену. Средняя голова. PL Verify 2500, X5 5250 тысяч гривен. Большая голова. PL Verify 300 гривен, X5 450 гривен. Гуртовая надпись чистого серебра 9 грамм, как у полтинника 1925 года. Verify 655 тысяч гривен, X5 875 тысяч гривен. Гуртовая надпись чистого серебра 2,3 золотника, 10,5 долей. ВС 1924 год, Verify 655 тысяч, X5 875 тысяч гривен. PL 1924 года, Verify 400 тысяч, X5 500 тысяч гривен. Гурт гладкий, опять это редкость, аукцион. Теперь цены на аукционах Украины. На аукционах Украины частых разновидностей. Сентябрь 2016 X5 200-400 гривен. Октябрь 2017 X5 200-300 гривен. Ноябрь 2018 X5 200-300 гривен. Апрель 2019 X5 200-300 гривен. Цена март 2020 года на аукционах Украины состояние X5 плюс АУНС от 350 гривен до 600 гривен. Показываю состояние монеты с разных сторон. Гурт острый, рубчатый. Ударщиков нету, никаких забоин. Поле чистое. Поле монеты чистое. Гербовую часть показываю. Блеск штемпельный.
Яркий штемпельный блеск монеты. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание, удачных торгов!